БФА. Банк, способный работать с крупными клиентами. Оперативно и на индивидуальных условиях. Благодаря правильно выбранной стратегии развития, наш бизнес демонстрирует интенсивный рост в течение последних нескольких лет. За это время банку БФА удалось значительно нарастить кредитный портфель и объем депозитов в приоритетном для нас направлении – обслуживании крупных корпоративных клиентов. За прошедшее время активы банка увеличились в 6 раз, превысив 23 миллиарда рублей. В 2011 году в рамках стратегии развития была проведена дополнительная эмиссия акций банка, в результате которой капитал удвоился и достиг 6 миллиардов рублей. Активное наращивание бизнеса позволило нам занять устойчивые позиции на рынке. Сегодня банк БФА – это 4 офиса в Петербурге и офис в Москве. Рейтинг А – высокий уровень кредитоспособности от агентства «Эксперт РА». Банк из 10 крупнейших банков Петербурга и сотни крупнейших банков России. Индивидуальное обслуживание и комплексный подход к предоставлению услуг для корпоративных клиентов. Кроме того, с 2011 года интенсивное развитие спектра услуг для частных клиентов. Продолжая расширять линейку продуктов в рамках стратегии развития до 2015 года, мы реализуем следующие задачи. Увеличение коммерческой составляющей деятельности и рост доли рынка в сегменте обслуживания крупного бизнеса, уделяя особое внимание индивидуальным потребностям клиентов. Расширение географии присутствия. Получение высокой оценки кредитоспособности и надежности банка от крупнейших международных рейтинговых агентств. Банковское обслуживание – это наш профиль. Способность понять потребности каждого клиента и предложить оптимальные пути для их воплощения – это наша особенность. Ежедневная работа с большими деньгами – это наши будни. И это будни ваших миллионов. Банк БФА. Будни миллионов.